Привет, друзья! Вы на канале Просто Детки, и мы начинаем обзор новой такой огромнейшей игрушки, очень длинной, выживание Survivors. Остров затерянного океана я завершил запись, и теперь вот где-то постараюсь раз в недельку записывать эту игрушку. Это краткое введение. Пассажиры там куда-то полетели в отпуск, домой там, не знаю. Вот что случилось с этим самолетом. Крыла вообще одного почти нет, но он как-то летит. Интересно как. Наверное, для того, чтобы долететь вот в этот какой-то остров. Капец. Я когда-то один раз уже эту игру записывал, но это было очень давно. Я ее не продолжал обзор. Вот сейчас собираюсь записывать ее долго и много, поэтому лучше с самого начала начну. Тем более заставка другая совсем. Чтобы те, кто смотрит наш канал недавно, видели это все с самого начала. Ого, призраки. Раньше такого явно не было. То есть Survivors, остаться в живых, по-моему. Выживание, остаться в живых называется игра, или как-то так. Ну что ж, начинаем с ней знакомиться. Вначале, конечно, много нужно будет читать, но это как во всех играх такого типа. Что? Где? Когда, да? О боже, наш самолет разбился. Тем более, в прошлый раз, когда я ее записывал, у меня был такой довольно-таки плохой микрофон. А сейчас он получше. Надеюсь, те, кто будет смотреть, это разницу почувствуют. Просто прекрасно, расчудесно. И что мне теперь делать? Ты должен Бога благодарить за то, что ты выжил. А не возмущаться сразу, да? Руководство по выживанию. Сначала нужно осмотреться. Вот наши задания. Осмотрись и найди навес для укрытия. Награда вот кокосики какие-то и опыт. Нас даже стрелочка вот показывает нам, где этот навес. Ничего себе. Сразу прям для нас кто-то уже условия все создал. Сойдет за укрытие. Ты бы спросил, может кто-то живет здесь? Святые... Эй, приятель, ты в порядке? А чего? В смысле, кто? Кто ты? А что это было? Галлюцинации? Мне нужен перерыв. Сделай паузу, скушай твикс, да? Шкала силы. Сила нужна для любого действия персонажа. Работа отнимает силы быстрее, чем что-либо другое. Для восстановления персонажа нужно поспать. Коснись, чтобы продолжить. Так, наша новая цель. Осмотрись, найди навес, выполнено. Отоспись, чтобы восстановить силы. Тут три кровати у нас. Одна лучше другой. Недурно, на одной из этих кроватей можно отдохнуть. Можно выбирать из разных вариантов. Каждый даст разное количество удовлетворения. Ну, это, точнее, отсыпания, наверное, да? Вздремнуть, нам поспать нужно, да? Запускаем. Во время обучения процесс сна и некоторые другие процессы будут ускорены, но после это может занять больше времени и будет стоить кристаллов. Ну, логично, да? Ну вот, мне теперь гораздо лучше. О, сила повысилась. Выполнено задание. Шкала сытости. Сытость влияет на скорость, которой персонаж теряет силы. Сытый персонаж может продержаться без сна на 50% дольше. Чтобы поддержать силы, нужно как следует поесть. Так, пора поесть. Посмотри на стол у навеса. Кто-то даже еды мне оставил, да? Наверное, этот призрак. Так, старый кокос. Я не могу это есть. А когда чуть подальше есть замечательная пальма. Давай найдем кокосовую пальму. Тут их целая куча, да, вон? И сверху, и сбоку. О, пальма. Нужно как-то сложить, куда-то сложить кокосы. Может, в те старые ящики? Нужно попробовать. Можно ускорить, да? Плюс опыта еще вот дали немного.
А, вот это я понимаю кокос. Отнесу-ка я его на стол и съем. А, значок склада. А вот видишь, твой кокос. Вижу. А кушать можно за столом. Давай попробуем. А что его пробовать? Кокос как кокос. А, вот здесь можно выбрать, что кушать. Кокосик. Смотри, как один кокос утоляет голод. Да никак почти. Давай добавь все кокосы. А теперь съесть. Отлично. А силы немного восстановили, но не сильно. А, что дальше? Теперь пора подумать и о гигиене. А шкала комфорта. При высоком уровне комфорта силы возвращаются куда быстрее, а довольный персонаж проспит на 50% меньше. А, принимайте душ и купайтесь, для повышения комфорта. А, в умывальнике можно умыться. Давай так и сделаем. Это, по-моему, ванна больше похожа, а не умывальник. А, вполне достаточно, чтобы остаться чистым. А, помыть руки и умыться. Старт. Ах, так-то лучше. Один кокосик нам дали. А, старайся удерживать уровень комфорта на максимуме. О. Что такое? Ой, блин. Не ругайся, называется, да? А то будет еще хуже. А землетрясение? Да вы издеваетесь. А, надеюсь, самолет не повредило. Ты прикалывайся, чувак, он с неба упал. А там что, человек у желтого чемодана? Эй, парень, постой, не уходи. Да, синий человек, гуманоид какой-то. Так, нам нужно... А, вот чемоданчик. Сбегать за ним, да? То есть пока он бежит, у него расходуются силы. Но вообще-то мне нужно было все-таки покушать еще. А, могу поклясться, тут кто-то был. Как странно. А, ну хоть чемодан остался на месте. Давай-ка заглянем внутрь. А, для того, чтобы заглянуть внутрь, нужно сыграть три в ряд. Прикольно, люблю три в ряд, поэтому вот эти задания мне по душе. А, попробуй поменять местами самоцветы, чтобы собрать три одинаковых картинки. Ну понятно, продолжай, чтобы пройти уровень. Это совсем просто. Так. Опа. Все. Обучающий уровень, еще 11 ходов осталось. Бустеры такие разные. Интересно, очки на что-то здесь влияют или нет? О, 16 тысяч очков. Наверное, это много. А что это? А, планшет. Игровой планшет. Ого, игровой планшет. А, так. В инвентаре, хорошо. А, шкала веселья. От веселья зависит то, как быстро персонаж закончит работу. А если он загрустит, то будет возиться на 50% дольше. А, время поиграть. А, старое удобное кресло отлично подойдет. Всем нужно поиграть, поесть еще. А там уже и поспать можно будет, да? Интересно, планшет работает? Ну-ка, ну-ка. Так. Ложим его сюда. Как бы мне хотелось, чтобы было больше игр вроде Mahjong Journey, путешествие. Так, выбираем действие. Веселиться по полной, да? Опа! А какого? Я знал, что ты настоящий. Ты привидение или типа того, чтоб ты знал, я в призраков не верю.
А поэтому лучше бы тебе начать говорить. Мне кажется, или ты пытаешься сказать, что не можешь говорить? Расчудесно. Я на острове с немым призраком. Лучше не придумаешь. А, да, Боб. Я могу звать тебя Боб. Ай. Наверное, он пытался мне что-то сказать. Но что? Может, он призрак самолета? Ах, да, самолет. Нужно все проверить. Новое задание. Так, плюс кокос. Новый уровень достигнут. Для достижения новых уровней и получения наград завершай задание. Логично. Так, что там у меня показывают? А, самолет. Ну, идем к самолету. Получается, посмотри, что в самолете, ясно. А, мне нужно что-то, что поможет убрать обломки с пути. Найди рычаг и помести его сюда. Круто. А, ну вот, типа рычаг, да. Рычагом может служить что угодно. Вот эти длинные жерди подойдут. А, сдалека на зубочистку похоже. А прочная ветка. Ее можно использовать как рычаг. Возвращаемся. Так, вставляем сюда ветку эту. И опять играем. А, то есть каждый раз, когда мы что-то выполняем, нам нужно как бы какой-то предмет поместить, чтобы играть, да, я так понимаю? Так, собираем 4 фишки в ряд. Получаем вот такую ракету. И так можно тоже, да? И снова ракета, разракета. Великолепно. Попробуй самостоятельно собрать еще несколько. Да вот запросто, не поверите. А, так, вот, кстати, большую можно сделать. Ой, класс. И вот так, смотрите, да? Юху! Они не знали, с кем еще связались. Все. Уровень пройден. Очень и очень легко. Еще вон 2 самоцвета таких осталось. Очков, наверное, вообще целая куча будет. О, бомбочка. Еще бомбочки. Как их делать, кстати, интересно. Потому что мультишар делал, ракеты делал, а вот бомбочки еще пока не делал. Наверное, буковкой Т. Фух, не так уж и сложно. А теперь давайте заглянем внутрь. А есть здесь кто-нибудь? А, эй, ты в порядке? А чувствую себя так, будто меня только что сбил скорый поезд. А что случилось? А самолет упал. И кроме нас тут больше никого нет. А что ты имеешь в виду? А именно это имею. Ни одной, блин, живой души. А вот как. Ну взгляни на одежду, как будто люди просто исчезли. Ага, и стали как Боб. Боб, кто это? А я тебе потом покажу. А ладно, всему свое время. Кстати, я Тили. А меня зовут Джон. Надолго я отключилась, Джон. А, точно не знаю, я сам очнулся пару часов назад. А чувствую себя совершенно разбитой, нужно прийти в себя. А, так. Это выполнено. А, коснись, чтобы выбрать Тили. А, чтобы открыть окно, улучшение показателей, сила. А, заполните все даром до максимума. Ого. Круто. А теперь мне гораздо лучше. А славно, думаю, нам стоит осмотреться и выяснить, что это за место. Отличная идея. С чего начнем? А как насчет той спутниковой вышки? Хм, забраться внутрь будет непросто. Мы должны работать вместе. Так, это выполнено. А, так, новое задание. А, изучи вход в здание даром. Я, по-моему, первый обзор завершил на том, что я там зашел в здание, там что-то, не помню, сделал. А такое чувство, что в этом месте прошел тайфун. А думаешь, это из-за крушения самолета? Возможно, давай расчистим путь к вышке. А, за дело.
Так, нам тут работать вместе нужно, да? Хорошие отношения помогают персонажам работать в команде. А чтобы действовать слаженно, персонажи должны хорошо знать друг друга. А чтобы улучшить отношения, помоги персонажам дружески поговорить. Закрываем. А, типа, сесть сюда. И ей, наверное, тоже сюда сесть, да? Сюда. Лучшие друзья, родственные души. Так, вот они бегут. А потом он такой говорит: ну, милая, это же зеленый. Зеленый, поняла? Ха-ха, отличная шутка, Джон. Но давай все же вернемся к вышке и расчистим путь. Веди. Все, они теперь уже типа лучшие друзья. Идем вместе сюда. И играем опять 3 в ряд. Уже нужно 120 фишек выбить. Довольно-таки много. А вот, кстати, бомбочка, о которой я спрашивал. Внизу я вижу уже. А, и сбоку. Так, собираем 5 буковки Т. Буковка Г. Либо буковка Т. Вот, да. Все, дальше самостоятельно. Ого. Ого. Куча бустеров. А может, можно их совместить, интересно? Ай, нет. Не получилось. Зато получилось все остальное. И опять 14 хедов осталось. И куча очков, наверное, получится. Еще бустеров несколько высыпало. С ума сойти. Так, поздравляем. 80 тысяч очков. А у нас получилось, теперь мы можем пройти. А да, нужно разузнать побольше об этом месте. Ага. А, вот это да, ты тоже это видишь? Да, это Боб. Я типа с ним уже знаком, да? А, это Боб. Ну, я зову его Бобом, он не может говорить, думаешь, он тут один. Постой, погоди, стой, А, я знаю, у тебя много вопросов, но ответа у меня нет совсем. А знаю только, что Боб призрак, и что он пытается нас как-то направить. По крайней мере, мне так кажется. Ладно, всему свое время. Давай лучше вернемся к двери. Там одежда он какая-то лежит. А, так, это есть. А, кстати, было бы неплохо перекусить, да? Мне кажется. Ну, это пока обучение не буду. Ладно, потом. А, чудесно, просто чудесно. Кодовый замок. А не, мы не можем выбить дверь, придется искать кодовую комбинацию. Как насчет той кучи вещей? А, гляди, КПК еще работает. Слышишь, как пищит? А, Джек, код вышки А изменен на 228. Рад был помочь. Давай попробуем. Вдруг сработает. Так, 228. Коснись, чтобы открыть КПК и прочитать информацию. Ага, есть такое. А, ну у нас тем более подсвечивает, да? Порядок сработало. Гляди, там КПК на полу. Еще один, что ли? Так, за это получаю опыта куча. А опыт у каждого персонажа свой или общий у меня, интересно. Так, новое задание. Возьми КПК. А, синхронизирую сигнал вышки А с ноутбуком Джексона, но помню, что батарейка долго не протянет. А где компьютер Джексона? Не знаю, но возможно нам удастся настроить вышку и отправить сигнал. Да, по крайней мере, давай попытаемся. А, так, проверь ноутбук. Вот ноутбук стоит. У нас есть компьютер, и он подключен к системе вышки. Но аккумулятор сдох, а так что нужно искать новый. А, коснись, чтобы увидеть нужный предмет.
В основном мусор. Можно поискать. И что там у нас? А, это есть аккумулятор, да? Какой-то он странный. Зарядим его. Новая цель. Найти источник питания. А, нет, починить аккумулятор. Ноутбук. Так, вставляем. И это опять будет нам, у нас игра 3 в ряд. Отправить Тили выполнять это задание. Ага, вот. Отлично. Ого, тут уже посложнее будет. А, попробуй собрать 5 одинаковых самоцветов подряд. А я пробовал его, что? Прям таки, да? Теперь мультишар. Совмещаем, в принципе, уже дело. А, количество ходов на каждом уровне ограничено. Этот уровень ограничен 18 ходами. Так, можно сделать вот так. Ага, я почему-то пропустил. Розовые эти. Так. Осталось буквально немного фиолетовых. Я хотел бы сделать бомбу. Вот так, отлично. Эх, нет, хватило все. Лучше не проигрывать, наверное, энергия будет тратиться бешено. Это пока обучение, то, конечно же, тратится все медленно. Я думаю, потом будет вообще просто улетать. Нужно будет спать без конца. А, Джон, иди сюда, я кое-что нашла. Вот, послушай. Для стабилизации сигнала все вышки должны быть синхронизированы. Как так? Так я и думала. А, по крайней мере, мы знаем, что есть еще вышки. Пойду поищу. А, Джон, я видела душ во дворе. Можешь починить? А, зачем мне еще раз играть? Поздравляю. Третий уровень. Хотел сказать, 30-й. Так, что теперь? А, закончи работу с ноутбуком. Ага. Все-таки нужно закончить. Ну, давайте закончим. Раз дама просит... У нас появилась трава уже. А, это трава. Составь комбинацию из самоцветов, чтобы ее убрать. Я бы сам не догадался, вот 100%. А, хотел какую-то крутую комбинацию. Не вышло, ладно. Бомбочка. Зачем мне там бомбочка, я не знаю. А, ладно. Ой. Так, о, интересно, можно их совместить вместе? Да, такого еще не было. Конечно же, можно. Так. Осталось буквально немного. Вот, все. Восемь тысяч очков. А, это был второй уровень, да? А, можно еще дальше играть. А, да-да, нет. Что, нужно еще раз играть? То есть второй этап этого уровня. Хана. Ладно. Так, с чего начинать? 15 ходов всего? Ой-ой-ой. Почему так мало? Реально мало. Так, бомбочки, эх, ее попустить пониже. Так. Ладно. Ой. Думал, получится как-то их совместить, теперь уже и смысла нет. Как-то они там сами взорвались, в общем. А, меня это устраивает. И так почти там все выполнено уже. Еще одна бомбочка.
Ого, отлично. Осталось всего две травы убрать. Да что вы рассказываете? Ну мне такое не нужно. Ай, вот, блин. Не получается вообще. Что ж такое? Так, вот, раз. Ну а там уже никак. И нету никаких бустеров. Да. Ну ладно, применю. Есть. Одного хода не хватило. Это просто, блин. Куча ходов было, а вот эти несчастные две травы не получалось выбить. Я в печали. Обычно все получается. Здесь вот не вышло сразу так. Окей, здесь все. И что это за место? И где все? А, это остров в Тихом океане. Пока это все. А звучит обнадеживающе. А еще эта антенна не подходит для отправки сигнала бедствия. А хорошие новости есть? А, ну, судя по файлам, это все было построено для какого-то научного эксперимента. А какого, например? А, для сверхъестественного, для сверхсекретного. Если скажу, мне придется тебя убить. Серьезно? А, да брось, Джон, секретность это тебе не шутка. А в файлах говорится о чем-то под названием ядро. А, ну на этом все. А, но что насчет людей, ученых? Где они все? А, понятия не имею, дружище. А как думаешь, может передатчик на самолете еще работает? Отличная идея, стоит проверить. Так, это у нас выполнено. А, так, кстати, это я сейчас с этой девочкой играю. А, нужно проверить душ. Переключаюсь на Джона, или как там его зовут? Я еще не запомнил. А, не работает, но трубы ведут к огромному баку для воды на берегу. Надо проверить. А, чувак, давай сначала мы покушаем. А, вот. Вот так хотя бы. А, видите, уже нужно ждать, пока он покушает, да? Это вначале было все просто. А, так, вот он покушал. Теперь мне нужно что сделать? Сделать ремонт и принять душ. А для этого нужно проверить бак для воды на берегу. А теперь для того, чтобы мне показывали, где это находится, нужно либо тратить кристаллы, либо искать самостоятельно. Ну, бак, его ни с чем не перепутаешь. Вот он на берегу. Так, ну вот, в этом баке должна быть вода для душа, но сейчас ее нет. А давай-ка проверим панель управления. Так, какая еще панель управления? Теперь тоже попробую найти. А, вот, наверное, панель управления, точно. А, она слишком ржавая, чтобы работать. Нужно ее чем-то смазать. А, для начала нужно найти кое-какие предметы. Они иногда появляются на уровне. Давайте посмотрим, где их можно найти. Так, какое-то масло, наверное, и маслянка, да? Ага, вот. Это у нас что? А, персонажа можно ускорить. Вот, ну типа это на склад отнес, я понял. Еще. Так, есть такое. Отыщи канистру с... А, это смазка и канистра с маслом, да? Так, а канистра с маслом... Интересно. Блин. А, вот что-то похожее на масло стоит на ящиках. Вот она. Вот эта маслянка. Или канистра масла. Все отлично. Теперь можно уже восстановить подачу воды в бак. И, соответственно, душ, наверное, будет отремонтирован. Либо, скорее всего, потом еще трубы нужно будет как-то там латать. А сейчас мы это увидим.
Так, перетаскиваем. Ну, и играем. Очередной уровень. Здесь тоже два этапа. Так, получается, у нас здесь есть бустеры стартовые, да? Вот они. Ага, есть вот такие тоже. С разной комбинацией. Так, есть такое. А, вот еще три газона. И теперь только внизу там осталось убрать. Много газонов. Так. И вот так. Отлично, остался всего лишь один. Так, как его выбить? Ага, нет. Вот так. Нормально, 10 ходов еще осталось, порядок. Хватит уже взрываться. Время, время. Так, и второй этап. Какой красивый. Так. Давайте так. Начинаем снизу. Всегда советую в таких играх начинать снизу, потому что сверху, возможно, пока там фишки будут падать, они там сами выбьются как-то. Так. Но в этот раз мне не повезло. Ничего там сверху не совмещалось. Вот сейчас совместилось там немного. Ой, 5 ходов, а что я думаю? Как-то вообще оно... Все плохо получается у меня. Всего лишь 5... Осталось газонов, да и ходов почти нет. Так... Ух ты! Вот это было вообще. Так как у меня часто получается, на канале просто три в ряд на последнем ходе все решается в уровне. А, славно, бак для воды наполнен, так что душ должен работать. А, бустер открыт. Используй бустер-молоток, чтобы убрать с поля выбранный объект. Ну, понятно. А, найти смазку, все сделано. Что теперь? А, проверить душ и сделать ремонт и принять душ. А кто будет делать ремонт? Догадайтесь, 3 раз. А, для того, чтобы сделать ремонт, я думал, просто энергию трачим, а тоже играть. Тут все завязано на играх, на этих. 3 в ряд, в принципе, я не против, мне нравится. А, тут находятся твои бустеры, давай... выберем молоток и куда-нибудь направим. Ух ты, класс. Это было клево. Вообще. И еще, да? А, класс. То есть уже уровень почти пройден. Вот и хорошо. Можно так еще даже сделать. И вот так. Так, вот так, наверное, лучше сделаю. Да что ж такое, не достает там до этих двух травок. А вот и есть все. Конечно, вначале повезло, что там бустеров надавали. Просто 2000 очков. Уже было столько. Так, и второй этап. Так, ну вот во втором этапе совсем мало ходов, всего 15. Я уже успел здесь проиграть, как бы, но совсем нелегкие уже уровни пошли. Ходов мало, сделать нужно много. Но что радует, как бы количество попыток, я так понимаю, не ограничено. То есть проиграл. Можешь переигрывать. Ничего страшного здесь нет. Ну, возможно, я не уверен. Просто энергия тратится у персонажа. В принципе, это было логично.
Посмотрим. А, так, 8 ходов еще. 9 этих газончиков. Травки. Ага, 5 сразу. Хорошо. 2. И вот по центру осталось 2. Да, вот сейчас все получилось. Просто так повезло. Много бустеров было там, случайных. Повзрывалось. Ну, 70 тысяч очков. Даже несмотря на то, что мало ходов осталось. А свежесть и чистота теперь доступна, да? Что вымыться. Ну, мне и так было почти чистый я был. А для полностью душ полностью восстанавливает комфорт, но купание занимает куда больше времени, чем умывание. А что за шум? Кто-то зовет на помощь. А помогите, спасите. О боже, держись, я иду. Так, это задание выполнено. А новое задание — спасти человека. Как же мне его спасать? Надо посмотреть для начала, да? А, может, нужно круг найти где-то спасательный. А, приятель, ты в порядке? А, уже спасли? Конечно же нет. Мне холодно и мокро. А еще я очень хочу есть. Есть полотенце и, например, шоколадка. Я могу воспользоваться твоим телефоном. Подожди, кто ты? Люциус, а ты? Я Джон, а это Тилли. Она девушка с телефоном? Слушай, Люциус, у нас нет телефона, мы тут застряли. Прекрасно. А где это тут? А что вообще происходит? Если скажу, мне придется тебя убить. А вы закончили? Люциус, самолет разбился на неизвестном острове. Мы как раз собирались проверить, работает ли рация. Эх, братец, пошли, я покажу тебе окрестности. Так, получается, это выполнено задание. А награда, это за что? Заходи в игру 5 дней подряд, и ты получишь один из компонентов статуэтки Окинави, имея смеющийся бог времени. Ага, ну нормально. Так, а, проверить рацию. Для начала ее найти нужно, да? А, восстанови силы Люциуса. Давайте к рации сходим. Наверное, она в кабине пилота, скорее всего, или где она? Пока Джон бежит, я могу Люциусу восстановить силы, да? А, я ж могу... А, он сам пошел спать, что ли? Да, он спит, все, я понял. То есть нам даже не нужно ему восстанавливать, ну, силы, он сам уже в курсе дела. А рация выглядит так себе. Нужно что-нибудь, чтобы ее закрепить. Лианы подойдут, надеюсь, она еще работает. А, две лианы, две ветки и смазка вот эта вот. Ну, смазка вот есть. Ветки, лианы вот где-то здесь находятся. Вот ветки, вижу, валяются, поэтому... А, кстати, я же могу нажимать вот, чтобы наша девочка это помогала, да? Тилли, Тилли-Милли. Так, Джон, а ты не хочешь пойти лианы поискать? Кусты вон какие-то. Так, ветку одну нашел. Вот, кстати, еще одна ветка. А, большой цветок, за ним я еще вернусь. Я понял. А что с лианами? Это лиана? Да, это лиана. Больше на корень похоже. То есть вот, чтобы не терять время, нужно бегать ими туда-сюда, туда-сюда. Получается, у меня уже почти все есть, по идее. Бегу к рации. Да, все, по идее, должно быть. Если я нигде ничего не напутал. Да, все есть, отлично, можно играть. А здесь у нас уже ящики. Ну, логично, да, что делай комбинации рядом, чтобы их убирать. Это мы все знаем прекрасно. Так.
Ага. Вот, отлично. Еще ящики. Так. 18 ходов. В принципе, немало ходов. Да что ж такое? Не туда. Так, еще комбинация. Нет, такая мне не нужна. А, вот так вот можно. И осталось, в принципе, немного. Ага. Ой. Блин, мне это... Ай, не так сделал. Не так сделал. Эх. Ну, хотя бы вот так сейчас сделаю. Четыре хода. Что же делать? Надо что-то придумать срочно. Ай, не так. Ну, блин, не так. Все не так. Молоток есть. Ладно, использую молоток. Так и быть, чтобы не терять попытку. Пока молотков нам дали, он достаточно... Но скоро не закончится, потом нужно будет аккуратней. А, еще второй этап есть. Ну ладно. Всего лишь 15 ходов. Как же мало, слушайте, вообще. Очень и очень мало. Поначалу все классно, конечно, там они сами там взрываются, разбиваются, но только поначалу. Потом вверх будет тяжело еще добраться. Тоже здесь замечательно, ничего ж не получается. О, вот вверх добрался, уже хорошо. Еще и... Опа, опа, вот. А вот так можно сделать, интересно. Вот это класс. Это меня спасло, реально. Фух. Великолепно. Классно. А что ж, по крайней мере, мы можем использовать ее, чтобы колоть кокосы. Мертва как камень. Отлично, просто великолепно. И что теперь? Нет, ты обязан ее починить. Я должен выбраться отсюда. А можно подумать, твои крики помогут. Я считаю, мы должны отправиться в джунгли и поискать ученых. Или хотя бы другую вышку. А что-то, что поможет нам выбраться. Не уверен, что хочу в джунгли, но кажется, выбора у меня нет. Погоди, а что мы будем там есть? Он прав, нам нужны припасы. На пляже есть старая ловушка для крабов. А может, мы ее используем? Попытка не пытка. Четвертый уровень достигнут, хорошо. А, бустер открыт, чтобы убрать с поля выбранную горизонтальную линию объектов. Ясно. И вулкан, вертикальную линию. И молния, несколько случайных объектов. Ох ты, сколько всего много. Так, что теперь? Это выполнено. А, восстанови силы Люциуса по-прежнему пока в действии. Почини ловушку. Давайте нажмем на ловушку. Мне скажут, что нужно для того, чтобы ее починить. А, в ней остались одни дырки. Может, удастся ее починить с помощью веревки? Наверняка в самолете что-нибудь найдется. А, вот лианы. Знаю, где взять, да. Ветки тоже. А вот то сверху что-то непонятное в самолете. Может, здесь? Тут нечего делать. Все очень рады. Как мне здесь что-нибудь искать?
Интересно. Это рация. Ладно, пока веток натягаю. Вот еще ветка вижу. Просто вот я не пойму, что этот, что вот за та штука, которая верхняя была. Так, давайте они еще ляну мне. Так, ну вот не пойму пока. В самолете что-то должно остаться. Вот что это? Сетка какая-то, да? Как же тяжело теперь находить ее. Ну, тут делать нечего, мне сказали. А здесь нет. Может, все-таки отсюда взять? А, старые сети, полные высохших ракушек. Ну, где же? В самолете должно что-то остаться. Может, рацию пустить на этот... на... ловушку для крабов. О, вот, обмотка. Вот, я взял его все-таки. Да, не зря нашел. Он прекрасно подходит. Самое то, что... то, чтобы починить ловушку. Ясно. Теперь можно ее чинить. А для этого еще пару уровней нужно пройти. Так, все. Перемещаем. А теперь нужно... играть. Это последняя партия уже будет, наверное. Так, я первый обзор наш затянул. Интересно ведь. Так, давайте. Ой. Этот бумеранг, ряд объектов. Ну, понятно. Я уже успел бустер сделать. Дух. И вот так еще. Дух, дух. Класс. Так, что еще? Отлично, еще бомбочка. Так, правда, осталось немного травы. Как мне добраться теперь? Вот где проблема. Дух. Ай, не так. Ну уже. Так, мне нужно эту линию как-то убрать срочно. Ого. Вот. И теперь сбоку там вот вообще. Не знаю, как-нибудь. О, вот тоже. Повезло в конце. Хорошо. Здесь мало того, что еще эти уровни три ряд проходить, так еще потом вещи искать нужно. И кормить персонажа. То есть тут, конечно, работы хватит каждый раз. А, три, здесь три этапа уже. Ого. Так, даром, я понял. Это вулкан. Прикольная штука. Если бы было всегда даром. А так, конечно. Опа, можно сделать вот так. Вообще замечательно. И можно вот так сделать, да? Осталось всего две травы. Второй этап пролетел мгновенно почти. И третий, самый сложный, как всегда. Начнем. Ой, молния, блин. Я спешу. Так, случайные фишки убирают с поля. Ну, понятно. Что же здесь не понять?
Так, сверху там тоже кучу всего уже убрал. Ой, отлично. Еще бомба, так. Левая сторона расчищена почти полностью. Уже полностью. Так, остался центральный ряд этот. И справа там не так уж и много. Ну-ка. Фух, справился. В этом уровне без проблем. Без проигрышей. А, ладно, все готово. Теперь нужна приманка. Можно использовать кокос или Люциуса. Кокос. Он спит и все слышит, да? Дали бустеров разных, да, еще. Он дрыхнет и слышит все. Так, а что это завершить? Это типа ремонт, наверное, да? А, ну вот, ремонт завершен. А что это он там? Он что, краба уже принес? Ого, наш первый краб. Попробуем. А, ты хочешь есть его сырым? Сначала нужно его сварить. Точно, возле навеса есть костер. А, костер это очень романтично. Серьезно, и у кого-нибудь есть зажигалка? Так, куча заданий. Хорошо. А, 15, что-то упорство и сила. Ничего не понял. Так, наше новое задание. Изучить сеть. А, на берегу потом. А, проверь костер. Ну, это все мы начнем делать в нашем следующем уже обзоре. Все-таки время есть время, уже час длится этот. А если вам понравилась эта игра, поддерживайте ее своими лайками. Больше вашей поддержки, чаще буду стараться ее записывать. Пока-пока, до новых встреч, оставайтесь с нами.